гостиница «Интурист». Марина, добрый день, слушаем вас. К сожалению, на эти даты все места уже забронированы. Сегодня такой ответ можно услышать довольно часто, когда речь идет о том, чтобы забронировать место в гостинице на даты празднования тысячелетия. И это не потому, что наша туристическая база не готова к встрече с таким потоком. Те, кто захотел приехать в Брест на сентябрьские мероприятия, резервировали места более чем за полгода. Много среди них и безвизовых туристов. Их поток в брестских гостиницах с начала 2018-го только увеличивался. Наибольшей популярностью пользуется безвизовый режим у туристов из Польши, Литвы, Латвии, а также европейских стран. Что касается тысячелетия города, мы ожидаем большой наплыв туристов. Это очень много мероприятий в городе Бресте запланировано на эти даты. Мест в гостинице уже нету как 2 месяца. Каждый третий турист, посещающий Беларусь, включает в свой маршрут Брест. В планах священная цитадель, водная прогулка по набережной, Советская, местный Арбат. И без того колоритный областной центр еще больше живет в дни празднования тысячелетия. Сказать, сколько туристов посетит город над Бугом в эти даты, довольно сложно. Но уже, сравнивая аналогичные периоды 2018 и 2019, специалисты подсчитали, только безвизовых гостей в городе за 8 месяцев стало втрое больше. На сегодняшний день город Брест посетило более 19 тысяч безвизовых туристов. В сравнении с прошлым годом это увеличение потока туристов в 3 раза. К тысячелетию, к самому празднованию тысячелетия мы ожидаем большое количество безвизовых туристов. Почему я могу это говорить сейчас с такой уверенностью? Потому что на данный момент уже идет регистрация безвизовых туристов именно на эти дни. Главный совет приезжающим работает только с официальными туроператорами. Они гарантируют, что поездка будет комфортной, а пересечение границы максимально удобным и быстрым. Увезти с собой на родину гости смогут и яркие впечатления, и памятные сувениры. Подарки с грифом «Зароблено в Беларуси» имеют не только национальный колорит, но и душу, которую вкладывают в каждый свой товар гостеприимные берестейцы.